Витископ. Нужно разделить поддержку министерства и поддержку министра. И на сегодняшний момент я не думаю, что министерство нас поддерживает во всем, потому что те изменения, которые будут предлагаться, они в значительной степени будут урезать функциональные возможности министерства. С одной стороны урезать, а с другой стороны они их будут, в министерство будет дана совершенно другая функция. То есть не должно быть функции государства решать, кому в какой форме поехать на соревнования. Или кому какой чемпионат проводить, а кому не проводить. То есть это во всем мире решают федерации. В советской системе государство забрало на себя эту функцию. И сегодня, конечно, особо отдавать отдельные отделы, люди, министерства, ну, не хотят, они привыкли так жить. Поэтому говорить о том, что министерство в целом поддерживает, вряд ли. Но министр поддерживает полностью. И заместители министра, то есть руководители министерства, нацелены 100% на реформу. В силу того, что Министерство спорта сегодня занимается текущими вопросами формирования сборных команд, экипировки, медицинское обеспечение, расселение и так далее, то есть важные государственные задачи не ставятся даже на повестку дня. Поэтому реформа предусматривает точное распределение функций, за что отвечает государство, а за что отвечают федерации. Поскольку федерации являются носителями правил и норм вида спорта и ответственные за этот вид спорта на территории страны по определению, потому что они являются частью международной федерации. Витископ. Спортивное видео.